Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Noah 2000 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 256 тысяч километров. Заменю на нем топливный фильтр. Здесь он удобно находится под капотом. Вот стоит топливный фильтр. Так, здесь у нас адсорбер стоит. Бачок адсорбера сниму тоже. Вот так вот в сторону его убрал. Бензин маленько побежит. Тряпку подложу. Здесь ключ на 14, здесь ключ на 17. Разрезной ключ. Надо держать. Нет, не на 17, на 19. Бензин брызнул. Пробку бензобака я открыл. Ну, я оставляю второй штуцер. Тоже нужно держать ключом на 19. Второй штуцер я ослабил. Насквозь пролетел ключ. Штуцер снял. Одна шайба упала. Второй штуцер открутил. Головкой на 8 расслабляю хомут крепления самого фильтра в корпусе. Болт я полностью выкручу, смажу его и закручу потом, чтобы
при следующем демонтаже его было легче крутить. Отвожу трубку немножко в сторону и вытаскиваю фильтр. Кольцо мое, которое упало, вот лежит. Беру новый фильтр. Фильтр будет фирмы Масума MFFT107. В комплекте идут новые колечки. Снимаю заглушки и устанавливаю фильтр на место. Сейчас установлю, а старый фильтр разрежу и посмотрю, в каком состоянии у него элемент там. Завожу фильтр на место. Нажимаю и сразу же сжимаю и наживляю. Болт крепления. Затянул. Здесь в комплекте идут разные уплотнители. Если вдруг задняя сторона начинает бежать, можно либо маленькое колечко поставить, либо резиновое кольцо поставить. А вот эти два, это передние под штуцер, под шланг. Но эти оставляю пока. Сейчас, когда притяну, заведу, посмотрю. Если никаких подтеков не будет, так и оставляю. Если будут подтеки, тогда ставлю кольцо. Беру штуцер, одеваю на него колечко, одеваю штуцер в шланг и одеваю второе колечко. Здесь на фильтре есть место для установки шланга. Вот он, кронштейн. Поэтому, когда мы выставляем фильтр, выставляем его с расчетом под установку шланга направляющая. Убираю тряпку. И затягиваю штуцера. Держу фильтр.
в эту сторону притянул. Вторую сторону притянул. Включаю зажигание. Так, сейчас я камеру поставлю, чтобы она у меня не упала. И попробую запустить двигатель. Сухо. Все сухо, все хорошо. Ничего не перекручиваю, не ставлю, не переделываю. Ставлю на место бачок адсорбера. А сейчас распилю старый фильтр. Болгаркой пилить не буду, ножовкой по металлу распилю, потому что внутри все равно бензин еще, чтобы он у меня не воспламенился. Ой, бензин. А, можно было сразу пилить. Элемент здесь намотанный и вклеенный. Хороший, наглядный пример, что фильтр надо менять. Видно, насколько он забит грязью. Просто гофрированный картон. Плотно смотанный, сложенный.
вдвойне. Вот настолько грязный. Стоял уже точно такой же Масума. Пробежал он, по-моему, 50 тысяч. Ну и видно, вон бензин остатки, что он грязный. Вот так вот. На этом все. Замену топливного фильтра я закончил. Всего вам доброго.